Всем доброе утро! И сегодня с вами я, Ольга Никиточкина, тренер спортивной школы Олимпийского резерва номер 3, мастер спорта по спортивной гимнастике. Сегодня наша зарядка будет на скамейке. Это отличная возможность позаниматься на свежем воздухе. И первое упражнение – ходьба на скамейку с высоким подниманием бедра. На раз – шаг левой ногой, хлопок над головой, поднимаем правую ногу. На 3-4 – исходное положение. И тоже с левой ноги. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Следующее упражнение. Исходное положение стоя перед скамейкой на расстоянии шага. На раз. Руки на пояс. На раз правой ногой на скамейку. Два пружинящих движения. На 4 исходное положение. И тоже с левой ноги. И раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3. Закончили. Следующее упражнение. Исходное положение. Боком к скамейке. Правая нога на скамейке. Руки на пояс. На раз. Руку вверх. Наклон к правой ноге. На 2. Исходное положение. На 3. 4, полуприседания. И раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3. Закончили. И тоже мы выполняем на другую ногу. И раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3. Закончили. Следующее упражнение. Стоя на скамейке, ноги вместе. Наклон вперед. На раз, два. Наклоняемся вперед. На 3, 4. Руки на пояс. Исходное положение. Ноги не сгибаем. Колени прямые. И раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. И раз, два, 3. Закончили. Следующее упражнение. Исходное положение. Ноги врозь. Наклон. Ноги врозь. На раз, два. Наклоняемся. Вперед. На 3, 4. Исходное положение. И раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. И раз, два, 3. Закончили. Следующее упражнение. Исходное положение. Упор, присев. На раз. Упор стоя. 3 шага вперед руками. Упор лежа. 3 шага назад. Упор, присев. Исходное положение. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Следующее упражнение. Сед на скамейке, хват руками за ближайший край. На раз, два. Сгибаем ноги. Поднимаем таз вверх на 3-4. Исходное положение. Пятки от пола не отрываем. И раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. И раз, два, 3. Закончили. Еще одно упражнение. Стойка. Ноги врозь, скамейка между ног. На раз, два. Приседаем. Хлопок над головой. Мягко садимся на скамейку. На 3-4 в исходное положение. И раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3. Закончили. И завершим мы нашу зарядку небольшими прыжочками. Стоя сбоку от скамейки, правая нога на скамейке. Прыжок через скамейку со сменой ног. Хлопок руками над головой. И раз, два,
три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, закончили. На этом все. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Заниматься с нами не только полезно, но и интересно.